Мое следующее стихотворение под названием «Неотвратимость» было написано 23 февраля 2022 года. Уже было ясно, что Россия нападет на Украину. В связи с этим посол России в Швеции заявил, цитирую, «Срали мы на их санкции». Очень достойно, вполне по-русски. Ничтожество вошло во вкус. Один аншлюз, другой аншлюз. Но знаем мы, произойдет страны безумной укорот. Подобное не раз случалось. Казалось, бешенство унялось. Но было слабым наказание для извращенного сознания. Ну что ж, подонки из подонков. Вы новой захотели гонки? Ее получите опять, но славы в ней вам не сыскать. Друзей вы в мире не найдете, свое отечество просрете. Страна фашист, бандит и вор. Презрение, ненависть, позор. Надежда теплится когда-то, проснется мир без паханата. Падет режим кремлевских стен, как пал и сгинул Карфаген.